Израильские поселения голландских высот часто располагаются на тех самых местах, где две и более тысяч лет назад стояли еврейские деревни. Поэтому в ходе строительных работ здесь часто находят фрагменты каменного декора, который некогда украшал синагоги, общественные и частные дома. Археологи помогают определить, когда именно выполнили свою работу еврейские камнерезы и для какого типа зданий они ее предназначали. Собранные вместе, эти фрагменты представляют собой что-то вроде микромузея под открытым небом.